Перспективы развития отрасли в рамках форума «Телеком 2015-2016» обсудят представители Совета Федерации, Минкомсвязи России, отечественные специалисты, ведущие разработчики, а также менеджеры, ответственные за инновационное направление в области информационных технологий. Немаловажно для участников конференции оценить сложившуюся обстановку, в том числе процессы бюджетирования и изменившуюся нормативную базу. Это касается исполнения 601 указа президента об электронном правительстве. Как ни странно, но основной темой здесь станет и государственно-частное партнерство. Эта программа в нынешних экономических условиях, уверены айтишники, станет современным и эффективным способом для развития области инфокоммуникационных технологий. Осталось выяснить, насколько этот закон, вступающий в силу 1 января, применим к данной отрасли. Потом мы тут собираем представителей банковского сообщества, мы представляем экспертов, тут и высшая школа экономики будет, и другие органы власти. И вот пытаемся вместе в дискуссии ответить на вопрос. Возможно ли ГЧП в ИКТ? Если возможно, то как? Это нужно делать, чтобы это более эффективно. Как компенсировать риски сторон? Как перейти к слом мировоззрения от заказчик-исполнитель к партнерам публичной и частной стороне для достижения сложных капиталоемких достижения долгосрочных результатов. Объявленная правительством программа импортозамещения также касается отрасли информационно-коммуникационных технологий. Аппаратное замещение, производство своей элементной базы, уход от Запада в сторону Китая, использование системы программного обеспечения с открытым кодом. Эти вопросы также обсудят эксперты.